Давайте вспомним ощущения, когда у нас нет проблем с деньгами, когда мы можем позволить себе все в буквальном смысле. Давайте вспомним это ощущение и будем в нем жить. Вы согласны со мной, что это намного лучше? Повернем мир в другую сторону. Так, вспоминаем. Да, это расслабленность, Еще можно через периодически повторять. После. У меня много денег. Я думаю, потом этот путь нужно будет скорректировать. Это будет позже.